Добро пожаловать, Чилл. Чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Чилл. С Артемом Дмитриевым. Чилл. Незаметно мы перешли из одного состояния в другое. И вот уже за окнами маячит сентябрь. Еще нет желтых деревьев, беспрерывного дождя, холодного ветра. Но каждому понятно, что все это за поворотом. Осень стучится в двери. Это грустно. Не хочется быть излишне радостным, когда такое творится с нами. По-прежнему в мире много несправедливости. Чрезвычайно много жестокости. И бесконечно много ненависти. В массе своей мы не очень-то приятные существа. Однако я верю, что мы можем исправиться. И как холодная осень сменится рано или поздно безоблачным летом, так и мы собственную бескрайнюю эгоистичность сменим на заботу. Здравствуй. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Чилл. Самое время успокоиться. Замедлить бег безумных мыслей. Найти опору у себя под ногами. Сегодняшний выпуск называется «Медитация». По старой, доброй, сложившейся уже традиции, мы делаем это регулярно. На 1 час я попробую остановить все. Движение автомобилей в твоем городе. Суету торговых центров и магазинов. Но для этого мне понадобишься ты. Да-да, лично ты. Я голос в твоих ушах. И сегодня я полон спокойствия. Чилл.
Прежде чем мы отправимся в это часовое приключение под названием «Медитация», я хочу поделиться с тобой радостным известием. 27 сентября 2024 года мы встречаемся на большой музыкальной чилл-встрече в городе Минске, городе, расположенном в Республике Беларусь. Это уже 100-процентная подтвержденная информация. Я покупаю билеты, бронирую гостиницу и совсем скоро жду тебя в ресторане «Пинки Бандински» в центре Минска. Музыкальная чилл-встреча. Надеюсь, ты придешь. Множество исследований подтверждает факт полезности любой медитации. Сам процесс сосредоточения ума считается оздоравливающим. Так ли это? Чем может быть полезно для нас недвижимая поза, закрытые глаза и равномерное дыхание? Как минимум тем, что в эпоху синдрома дефицита внимания и гиперактивности, которым страдают наши дети, а также мы сами, особенно полезно успокоиться и выдохнуть напряжение. Можно больше не скроллить ленту, не подглядывать за своими друзьями и соседями, не питаться чем попало в интернете. Это время уюта и сосредоточения. Музыка, ты, я и чилл.
Уходящую неделю. Что было по-настоящему важно за эти 7 дней? Что ты чувствовал в начале недели и в конце? Стыд, вину, злость, негодование. Или наоборот, радость, любовь, благодарность,
нежность и заботу. Вот тебе музыка для этих воспоминаний. Вспоминай. Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, которая находится в центре Санкт-Петербурга. Очень хочу с тобой познакомиться. Приходи, artdmitriev.ru. Мы занимаемся звуком. Верю, что мы делаем это лучше всех. artdmitriev.ru. Оставляем заказчиков довольными. Услуги от автоответчиков до музыкальных поздравлений. Артем Дмитриев Продакшн. Много лет мы делаем звук. Теперь давай возвысимся над лентой времени и перенесемся на годы назад. Помнишь ли ты себя десятилетним? Каким ты был мальчиком?
такой девочкой. Совпали ли твои мечты о будущем с тем, что происходит с тобой сегодня? Действительно ли об этом ты мечтал? Это ли было твоим заветным желанием, когда ты надевала платьице? Все мы вместе, дети, выброшенные во взрослый мир. Мир суровый и очень неласковый. Мир жестокий и местами леденяще холодный. Мы те самые 10-летние дети, ждущие от мира чудес, волшебства и безграничной любви. Получится ли это в этой жизни? Вопрос открытый. Вспоминай себя из прошлого.
Chill. Твое музыкальное приключение. Ну а я голос в твоих ушах. Очень надеюсь, успокаивающий. Как мне кажется, эта музыка действительно останавливает время и суету больших городов. Из воспоминаний о прошлом перемещайся в сегодня. В свое сегодняшнее тело. Такое, какое оно есть. В свою сегодняшнюю рутину. Это называется твоя жизнь. Попробуй посмотреть на нее сторонним взглядом наблюдателя. Кого ты здесь видишь? Точно надо отсюда убрать. Кого хотелось бы увидеть снова? Все ли в порядке с твоим здоровьем? Может быть, пришло время провести чекап. Доволен ли ты своими друзьями? А они тобой? Кто ты сегодня?
Трек-лист этого выпуска, а также многих других, доступен на официальном сайте chillrussia.ru в рубрике «Архив». Абсолютно все выпуски за 17 лет существования программы. chillrussia.ru. Архив длиною в жизнь. Но когда я был маленький, я мечтал, что я буду водителем автобуса. Около года, а может быть даже и двух, я провел в гостях у своей бабушки. И каждый день я играл в водителя. По всей квартире были расставлены остановки. И на этих остановках ждали солдатики. И мой маленький автобус перевозил их с остановки на остановку, потому что там, на других остановках, у них были дела. И мне нравилось думать, что все эти человечки нуждаются в моих услугах, а я делаю доброе дело. С этими мыслями я засыпал вечером и просыпался ранним утром. Мне было хорошо и гармонично в этой игре. Но однажды абсолютно все изменилось. Я вырос и больше никогда не мог играть в водителя. И у меня встал выбор реальный. Стать водителем или делать чил. И вот сегодня я здесь. Голос в твоих ушах. Mm-hmm.
Очень рассчитываю, что в результате этого выпуска ты чувствуешь себя отдохнувшим. Это значит, что я добился своей цели. Еще на одного человека на нашей безумной планете, успокоившегося и довольного, стало больше. Да и я сам, когда записываю этот выпуск, выдыхаю, успокаиваюсь, чувствую опору, ощущаю настоящий чил. Очень жду твою обратную связь во всех социальных сетях, от Инстаграма до Телеграма, от Ютьюба до ТикТока, ведь чил есть везде. Меня зовут Артем Дмитриев, на прощание будет, как обычно, рубрика «Классика». Ну а мы услышимся спустя неделю, а также 27 сентября на реальной чилл-встрече в Минске. Пока. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет чилл. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.
Каждый день это крик, и только звоном в ушах растворяется миг. И если все хорошо, то ты услышишь свой смех. Это время хохочет, закинув голову вверх. Если что-то не так, слезой сдавленный стон, песчинка ляжет на дно потоком мутных времен. А иногда лишь только время и пустота, и ничего не происходит. Тишина, тишина. Слышу шепот ее губ, тонкий запах духов. Я слышу шорох платья и звуки шагов. Когда она спит, я слышу то, что ей снится. Я даже слышу, как она поднимает ресницы. Если вдруг она в подушку ночью тихо заплачет, я сосчитаю, сколько слез от меня она прячет. А сейчас ее нет, она куда-то ушла, и ничего не происходит. Тишина. Кровеносных систем. Сердце бьет по голове огромным молотом боли и разъедает глаза от выступающей соли. Я считаю секунды, я считаю часы. Я жду того, кто должен принести тишины. И он приходит с пакетом, в котором прячется зима. Вода, ложка, вата и тишина. Тишина. Кончится время, а вместе с ним пустота. Останется только одна тишина.